Экспорт товаров и услуг Организации Академии наук Беларуси превысил 56 миллионов долларов. Итоги работы прошлого года и задачи на этот сегодня обсудили около 500 ученых на сессии общего собрания. Это высший коллегиальный орган управления Академии наук. Работу белорусских ученых в 2018-м цитировали с коллегами из США, Германии, Великобритании и Китая. Кстати, по контрактам с партнерами из Поднебесной было получено более 1,5 миллиона долларов. С китайскими учеными создано 19 совместных исследовательских центров и лабораторий. В этом наши ученые продолжат работу над электромобилями. Уже разработаны 3 модели: небольшой грузовой, электромобиль на базе Джили, а также минивэн. Мы думаем, что до конца года мы сделаем уже целый ряд этих автомобилей, и уже может даже для продажи, для использования. Мы сейчас испытываем все комплектующие, разместили комплектующие и элементную базу для производства среди наших промышленных предприятий, и это уже наши комплектующие. Молодые ученые представили свои разработки на выставке «Молодая академия. IT-страна». В прошлом году впервые учрежден конкурс «100 молодых талантов Академии наук». Уже известны 20 лучших.